Всем привет! Ну что ж, мы выходим на последние 20% игры, так сказать. То есть 4 пятых мы прошли. Финал. Финал начинается потихонечку. Ну, не самый финал, конечно, последний босс еще, но такая кульминация. Что ж, давайте полезем в эти странные катакомбы и кто знает, что мы тут найдем. What is this place? A really elaborate way to hide the damn treasure. Очень напоминает мне это место, по-моему, то ли пятый, то ли шестой, то ли и пятый, и шестой Resident Evil, как это не смешно. Там были какие-то такие тоже руины. В пятой части это Африка была, там какие-то там туземные древние поселения, а в шестой хрен знает, куда мы вообще влезли, в какую-то канализацию под Вашингтоном и нашли там такую древнюю цивилизацию. Вообще, конечно, Resident Evil — это серия, которая не играя одни лузы, особенно последние самые части. Начиная с четвертой, наверное, где-то. Даже будет подумать, может быть, имеет смысл сделать летсплей по ним. Roman numerals on the corner of Drake's map. This has got to mean something. Ну хрен знает. Тебе виднее, Дрейк. Я пока ничего не могу сказать по этому поводу. Так, что тут у нас? У нас тут циферка какая? 2 и стрелочка. Так, тут 4. Я еще не знаю, что это значит. Или точнее, я уже не помню, что это значит. Но явно какой-то пазл. Так, это надо циферка 1. Давайте пойдем туда. Посмотрим. Так, а здесь циферка снова 4. Не понял. Понятненько. Вообще. Ладно, давайте начнем с другой стороны, подойдем, может быть, там что-то, что поможет прояснить текущую ситуацию. Что мы тут должны делать? Это странный. Не знаю, как назвать. Инсталляция какая-то странная. Oh, man. Completely lost. Ну, не то чтобы мы полностью потерялись, только мы еще не успели все исследовать. О, здесь какая-то. Давайте полезем наверх, посмотрим. Цифры, 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 цифры. This has got to be good for something. Ну, какая-то мельница водяная, да? Давайте ее разблокируем. И шестереночка, нет, дотянулась до другой шестереночки. Механизм пошел. Что изменилось? Да, что-то определенно случилось. А что? Ой. Так я не пока... Не очень узнал это место, где появилась эта цепа. А, она здесь и появилась. Круто. Так, что тут у нас? Здесь ничего, ладно. О, это прям, не знаю, Dark Souls. Или Demon Souls, или... Ну, не знаю, я когда вижу такие ловушки, мне почему-то сразу серия Souls вспоминается. Или какая-нибудь...
Нет. Конечно, такие ловушки есть в любой игре, но почему-то вот сразу вспоминаются соусы. Вот не знаю почему. Наверное, потому что здесь так же, как и в соусах, попадаешь под такую ловушку, и все. Гамовер. Нельзя попадаться под ловушки. Не прощаю тут этого никак. По-моему. Скоро узнаем, я обязательно хоть под одну-то попадусь. Сколько я себя знаю. Чтоб я да не попался в какую-нибудь очевидную ловушку. Это буду не я. Прыгай ты уже. Так. Там их больше. Sully, you read me? Damn, nothing. Походу, мы как-то слишком глубоко ушли, сигнал здесь уже не берется. Так, какие у нас варианты вообще есть? Думаю, что мы сможем залезть сюда. Но я думаю, знаете, что я думаю? Думаю, что мы можем сделать вот так вот. Осталось только понять, зачем я сюда пришел. Что полезного мы здесь можем найти. Два. Пять, семь. Или 7-5-2. В общем, любая последовательность. Так, 2-5-7. Что тут у нас с единичкой? С единичкой у нас тут ничего интересного. 2-5. А впереди 7, что ли, будет? Ой-ой-ой, нет. Вот про вот это я и говорил. Ой, как хорошо, что чекпоинт близко. Ну ничего, зато верен себе и своему стилю игры. Если есть тупая ловушка, я в нее попадусь. Так. Сейчас что-то случится. I'm okay. Ну, как-то на халяву я успел нажать. Так, а где мы? Туда троечка, что бы это ни значило. Нам, походу, на семерочку надо, да? Туда четверочка. Блин, а нахрен мне вообще сюда? Понять бы, блин. Ладно, давайте туда пойдем. Или не давайте. Тоже странно. Нахрен я сюда иду, вообще непонятно. Вроде какой-то механизм новый. Лифт, да? Похоже на лифт. Блин, мы сейчас тут все переломаем, походу. Пятерочка открылась. Супер. Все трещит, сейчас нахрен все рухнет. Пятерочка открылась. Что мне с этим делать? Прыгать на пятерочку. I'll wait here. Прыгать на пить. What the hell? Чё-то так испугался. Ну да, место такое, конечно, жутковатое, согласен. Ой, ну вроде врагов пока нету, так что
Хорошо же, чувак. Дрейф. Цепь такая вообще не шатается. Правда, она и весит, наверное, побольше, чем мы. Несколько раз. Еще один лифт, Дэн. О! Какой интересный механизм. Я вот только вот, знаете, у меня только один вопрос. Вот все вот эти вот руины, все эти лифты, рубильники, ловушки. Для чего все это строилось? Это было специально, типа, такая полоса препятствий для того, кто хочет пройти, не знаю, к сокровищам? Или что вот это вот за архитектура такая? С какой целью она вообще строилась? Или я задаю слишком банальные вопросы, и не стоит задумываться, для чего в играх делают всякие нелогические архитектуры? Не знаю. Так это что так? А-а-а. Раджа. Last man alive gets the gold. You lose. Kill them both. This just keeps getting better and better. Почему это я проиграл? Ну да, вообще да, проиграл. Так, куда бы нам спрятаться? Так, это... Нищеброды Раджи, они не очень хорошо армированы. Думаю, с ними больших проблем быть не должно. Ну, я надеюсь на это. Кстати, вот эти вот уровни, они на крашинге тоже такие очень... Как бы так без мата сказать... Утомляющие, вот, правильно будет сказать, правильное слово будет, утомляющие. Очень здесь устаешь. От этих нигеров, которые сливаются с всем этим говнищем, что здесь понастроили. Плюс некоторые из этих нигеров очень хорошо вооружены. Умудряются тебя ваншотить. Так нет, тут практически на таком уровне сложности почти каждый тебя может заваншотить. Подорви ты себя, чупча. Молодец. Только не подорвал, жалко. Ты там еще жив, да? Воу! Высунься уже. Он своим спасом не дострелит до меня здесь. Он там... Окей. Порчится. Так, это у нас что такое? Блин, они получше вооружены стали. Да, кстати, они же с нормальным оружием уже. Так. Окей. Пули херово пролетают через эти. Две обоймы потратил. О, они тоже с беретами бегают, все хорошо. Так, кто там еще? Shoot the kill. А ты, по-моему, ребята, соскучился?
спас, это классно, но пока нам не нужно. Вот как бы так момент предугадать, чтобы в конце вот этих руин со спасом оказаться. Вот он там очень-очень пригодится. Два револьвера, это классно, но нет, спасибо. То есть трачу на этих самых... Я просто не хочу спойлерить, что будет в самом конце. I think there's some kind of ladder mechanism up there. Но если в двух словах, то лучше бы к этому моменту иметь какое-то такое оружие. Может быть, не очень скорострельное, но очень мощное. Чтобы, ну, ваншотить или хотя бы с двух выстрелов валить врага. Так, мне надо куда-то стрельнуть, что ли, или что? Я понимаю, мне надо как-то попасть. Лестница не это самое. Или не хотят, чтобы я здесь лез. Да. Хотят. Хотеть не вредно. О, ничего не видит. Молодец. Кто еще ничего не видит? Тут много за раз. Некоторые сидят тихо-тихо. Ты вылазишь и тебе прямо из паса врыло. Так, в щи. Вот как вот этот вот сидит вот так вот, типа сныкался. Со спасом, да. Что-то надо быть осторожным. А, здесь даже так хитро лестница взвигается. Чего себе. Давай, Леночка. Слышали? Вот я поэтому и говорю, что... Как бы этот момент-то не прогадать. Так, нахрен отсюда, нахрен. Положат. Ленусик, давай ты там сама всех мудохаешь. Ты бронированный, кстати. Высунь головку. И ты высунь гол... Чё-нибудь высунь вообще. Просто высунь чё-нибудь. Бля. Ну, давай. Не томи. Там Полинусик ушмаляет. Падла не джентльменская. Отвалил от моей тёлки. Так, кого там Ленусик валит? А, у нас там был с гранатометом какой-то. Особо умный товарищ. Или она его уже того? Ладно. Надеяться, что он уже все. Молодец, Ленусик. Есть от тебя какой-то прок. I hope this leads somewhere. Ну, куда-то это определенно ведет. Что у него за
шапки бронированные, это ж не каска. Кунг Лао, блин. Херов. Shoot to kill, да. Shoot to kill. Калашником, калашников нас не интересует на данном этапе. Кто-нибудь еще что-нибудь сказать хочет? Ладно. Let's try this way. Так. Ох, по-моему, я как раз-таки пропустил тот момент, когда нужно было поменять оружие. Ладно, что делать? Заранее прошу прощения за многократные респавны или траи. С первого раза у меня, по-моему, точно не выйдет сейчас все сделать правильно. Я уже не помню просто тактику. It's Drake. He never found it. He just died here. А что сохранился? 400-летнего этого друга. So much for greatness. Wasted his life for nothing. Nate. Are you ready to get moving? Yeah. More than ever. Такая вот поучительная история. There's gotta be a way out of here. Мосс. Нет, мосс это не так круто. Что у нас тут есть еще? Калашников тоже не так круто. Еще мосс. Блин, вот реально. Да, здесь есть дырки. Лучше не падать. Калашников, мосс, это все, конечно, не то. Мое текущее оружие гораздо интереснее. Ладно, попробую с кольтом. It looks like there's some kind of machinery up there. Попробуем с кольтом. There's a ladder. Here, I think I can reach it if you give me a boost. Но шотган тут, конечно, был удобнее всего, насколько я помню. Ладно, ничего не поделаешь. Сам себе большой баклан. Come on. Знал и не подготовился. Oh, you're heavier than you look. Can you reach it? Looks like an old hoist or something. There's a rope. I'll try to lower it down to you. Oh, I see a tunnel. We can get out this way. Hello, boys. Easy, Eddie. Easy. What the hell's going on out there? Didn't you see them? Oh, no. Oh, God, no. We're trapped. Jesus, what is that? We're dead. We're all dead. No! Eddie, get back here. Crap. Drake, if we don't make it out of here, I just want you to know, I hate your guts. Yeah, likewise, pal. Now let's do this. Так, Just get that rope down here!
Как видите, они мощные, убивают быстро. Так, пока Эдди с нами, все хорошо. Он отвлекает внимание. Дыркам лучше не стоять спиной, они из дырок вылезают. Проще всего с этими ребятами иметь дело, когда у тебя есть какой-нибудь хороший дробовик. Например, спас. Мосс вот не очень хороший дробовик. Here we go. Так. Здесь просто... Они не такие мощные, на самом деле. Не такие страшные враги, как могли бы изначально казаться. У них проблема в другом. Здесь изначально плохое место для того, чтобы с ними сражаться. Так, нам нужно что-то взять другое. Ну вот, не успел. Так, не успел. Не успел. Так. Вроде бы как можно от него отбиться, но обычно не получается. Так, ладно. Дам. Прошу прощения. Как уже и говорил. Тут придется немножко поумирать. Потому что я абсолютно забыл, как правильно проходить это место. Ой, блин, они отсюда вылезают. Да что ж такое? Я пока не буду говорить, что это за твари, откуда они взялись. История сама расскажет о них. Как можете догадаться, на крашинге здесь тоже очень весело. Станет меня. Так. Опять не хватало в самом конце помереть. По-моему, уже дело идет к развязке. Или, по крайней мере, к чекпоинту. Я очень на это надеюсь. Nice. Так, это не совсем nice, но это лучше, чем ничего. Так, Эдди, прикрой мне спину. That's right, you ugly cunyo! Don't mess with any rata!
глупый индус оказался глупым до самого конца. Так, я очень надеюсь, что где-нибудь здесь сейчас будет хотя бы чекпоинт. Хотя бы. Потому что дело начинает принимать не очень классный оборот. Ну как бы ключ к выживанию — это движение плюс плюс стрельба не через прицел, как я сейчас делаю. Их надо вот так отстреливать из дробовика, но для этого нужен дробовик, как видите. Так, у нас тут самый простой вариант — это носиться со спасом и стрелять вот от плеча. Это самый простой вариант. Так, 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 так. А здесь, по-моему, надо бежать. Фак. Бля. Простите. Простите, простите, был испуган. Ведь он еще и так вот стрелять умеет. I don't know. Are you okay? Yeah. Nate. Okay. I don't think they can get through this. Nate. What? Where are we? I'm not sure. Go. Wow. This explains a U-boat in the Amazon. Nate, come here, look at this. So they found it. They must have broken into the vault and cleared it out. Yeah, but what's the monastery got to do with it? I don't know. It doesn't make any sense. Huh. If that's where the statue is now... Oh man, we were right on top of it! I bet this will take us to the surface. Guess the Nazis didn't pay their electric bill. Oh, damn it! You know, I bet if we can make it to the generator room, we could get the power turned back on. We just gotta find a way out of here first. Wait, what are you doing? What are you doing? Found a way out. Nice work. Yeah. All right, let's go. Nope. This one's all you, cowboy. What do you mean? Nate, you know I can't make that jump. There's no way I'm leaving you here alone with those things. We don't have a choice. Just go turn the power on, come back and get me, and then we'll get the hell out of here, okay? Just go. I will be right back. Yeah. Ну, как-то вот так. 18 глава, бункер. Мы в нацистском бункере, который... Типа секретная база подлодок нацистской Германии. И здесь нам придется остаться на какое-то время. Ну вот тут Uncharted на самом деле тоже в лучших стилях Индиан Джонщины. Какие же всякие древние раскопки, руины и без нацистов. Как в каждой серии Индиана Джонса был какие-то нацисты, так и здесь. А, вот как-то так. Ладно, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы познакомились с новой тайной, с новыми врагами. И да, дело близится к развязке. Скоро мы узнаем, что это за существа, почему они здесь. С Раджой мы счеты, можно сказать, уже свели. Остался Романов. И, конечно же, золотая статуя. Ладно, на этом эту
серию мы закончим. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Пока-пока.